Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Меня в комментариях попросили рассказать и показать, как вяжется данная модель. Я с удовольствием это сделаю. Данное изделие связано из пряжи Alize Diva Batik Design. Это 100% микрофибра. В 100 граммах 350 метров, цвет 1767. Известная пряжа своим шелковистым эффектом, струящаяся и нежное полотно получается, когда вяжем данное изделие. Вязала крючком кловер 2,5. Плохо фокусируется что-то. 2,5. Я думаю, что многие из вас на просторах интернета видели красное платье, связанное данным узором. Узор мне очень понравился. И данное изделие я вязала в прошлом году. У меня была вот такая пряжа. И я подумала, что эти листики как нельзя лучше будут смотреться на этой пряже. Рисунок, который используется в данном топе, только для вязания по кругу. Обратно поворотными рядами здесь вязание не получится. Платье держится на плечах, если кто-то из вас видел, но так как я вязала из микрофибры, ну и я не хотела только на плечах, чтобы у меня фиксировалось, потому что возможность того, что изделие будет съезжать или, может быть, еще какой-то дискомфорт приносить. Поэтому я еще связала лямы к данному топу. Ну, а теперь давайте поподробнее рассмотрим данную модель. Изделие вяжется снизу вверх по кругу. Обычным набором я набрала цепочку из 260 воздушных петель и вязала узором прямо. Ну, то есть вы сами определяете, какой длины будет ваш топ. Довязав до необходимой мне длины, я стала отделять данное изделие. Да? То есть мне нужно было, вот у меня связанный прямоугольник, а потом мне нужна была вот эта вот верхняя кокетка. Я рассчитала по переду и по спинке, да, сколько мне нужно. И вот здесь вот у меня набрана вот здесь вот воздушная цепочка из 50 воздушных петель. И связано 3 раппорта высоту. Далее также я высчитывала, где у меня будут лямы. Это обычные столбики с одним накидом. И здесь у меня 11 воздушных петель. С одной и с другой стороны. Ну а сейчас я попробую вам показать на маленьком образце кругового вязания, как вяжется данный узор. В одном раппорте 10 воздушных петель. Я набираю 30, а вы столько, сколько вам нужно. Выравниваем цепочку, замыкаем изделие в круг. И далее первый ряд. 3 воздушные петли. И сюда же мы провязываем еще 4, 3. Всего 4 столбика, еще 3 столбика. 1, 2, 3. Пропускаем 4 петельки в пятую, столбик без накида.
Далее пропускаем 4 петли, в пятую провязываем 7 столбиков с одним накидом. Четыре, пять, шесть, семь. Пропускаем 4 столбика, в пятый столбик без накида. И так мы провязываем всю цепочку. А в конце у нас вот здесь провязано 4 столбика. В эту же петельку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. То есть, чтобы у нас здесь получился цельный веерок из 7 столбиков с одним накидом. И в третью петлю подъема мы соединяемся. Следующий ряд. Вот мы оказались в вершинке наших 7 столбиков. Теперь мы будем вязать вот сюда в столбик без накида. На крючок 4 накида. И в столбик без накида провязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Две воздушные петли, 3 накида, и в основании вот этого столбика провязываю 3 накидами. 1, 2, 3. Две воздушные петли, 2 накида. И в основании этого столбика провязываю столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли. В основании предыдущего столбика столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. Сюда мы провязываем в обратную сторону столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Так, нет. Сюда мы провязываем полустолбик. Полустолбик. 2 воздушные петли. Дальше столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли и столбик с 3 накидами. И в четвертый столбик, верхушку, столбик без накида. То есть вот такой листик у нас получается. Еще раз показываю. Вяжем, начинаем вязание в столбик без накида. 4 накида на крючок. Провязываем столбик с 4 накидами. 2 воздушные петли. 3 накида на крючок. В основании этого столбика провязываем столбик с 3 накидами. 2 воздушные петли, 2 накида на крючок в основании столбика, столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли в основании предыдущего столбика, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И мы как бы поворачиваемся, и вот сюда в основании
где у нас столбик с одним накидом, провязываем полустолбик, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, столбик с 3 накидами. И верхушку наших веерочков столбик без накида. То есть, если вам покажется, что почему здесь 4, а здесь 3, это так по схеме. Ну и как вы видите, что у нас листочек получается, что с одной, что с другой стороны симметричный. Итак, вы вяжете такие листики по всему периметру. Провязали до конца. Столбик без накида. Теперь соединительными петельками мы поднимаемся на самую верхушку нашего листика. Четыре воздушные петли. И теперь мы вяжем вот сюда, в столбик, опять же, без накида. Вяжем рельефными столбиками. 2 накида на крючок. За первый столбик листика мы вяжем столбик с 2 накидами, не довязанный. Оставляем петельку. Опять 2 накида на крючок. Заводим за столбик. И не довязываем до конца столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок. Прошлись так по одной стороне. Теперь разворачиваемся. Так, разворачиваемся. 2 накида на крючок. Теперь вот за этот столбик, за другую сторону. Так, все, 7 таких недовязанных столбиков, все петельки провязываем вместе, закрепляем 4 воздушные петли и верхушку столбик без накида. То есть у нас получается как бы листик в перевернутом виде. 4 воздушные петли, 2 накида на крючок и опять же провязываем недовязанные столбики за каждую сторону листика, рельефные столбики. На самом деле не так все сложно, как кажется на первый взгляд. Но узор действительно эффектный, необычный. Очень красиво смотрится изделие. Ну и, конечно, здесь еще большую роль будет играть пряжа, из которой вы будете вязать. Так. Все петельки провязываем, закрепляем 4 воздушные петли и вершину столбик без накида. Сейчас покажу. То есть вот оно у нас так получается. Листик прямо, листик как бы перевернутый. Так, вяжем до конца ряда.
И следующий ряд. Вот мы прикрепили с верхушку. То есть здесь сделаю одну петлю подъема, столбик без накида. И вот в центр этих всех провязанных столбиков мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вершину листика, столбик без накида. И далее опять вот сюда в центр 7 столбиков с одним накидом. А далее мы начинаем повторять со второго ряда. То есть мы вяжем опять вот эти листики, потом перевернутые, и этот ряд завершающий. Всего у нас получается 3 ряда. Раппорт узора, вот это 3 ряда. Вяжите на необходимую вам высоту. Значит, высоту я связала 34 сантиметра, или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раппортов. 10 раппортов в высоту. Потом добрала цепочку из воздушных петель, 50, я говорила, еще 3 раппорта. Вот, значит, последний ряд у этих листиков, он является завершающим. Посмотрите, такие фестончики появляются. Все, и потом вот эти лямочки вы считаете, где они у вас будут на плечах, и ваше изделие готово. Красивое, неповторимое. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.